уши, а мы потеряли. Так, есть штучка. Мап. Мап. Тут мы что? Ага. Спайдер. Чего-то там. Жива-здорова. Песик. Оружие на лошади. Оружие на лошади. Угу. Куда ты ушла? А если... Ой. Там... Ну как тут менять эти самые? Менять чего-то? Менять... Настройки. Чувствительность. Скажи. От третьего лица. Особые возможности. Где управление-то снова? Само. Непонятно. Настройки клавиатуры и мыши. А клавиши-то где? Сбросить настройки.
かな。なんか、なんという、なんというと、また道具にしたり、なんかね、つったら、あ、くしゅし、くしゅし。あ、まだ、まだ、まだ、まだ、А я, может, не хочу. Прикинь, вот кому надо рожу,
хотите просто сидеть и ждать, давайте нас полно этого. Ты уверен? Он уверен? Меньше всего нам бы идем. Меньше всего нам бы идем. Нам бы идем. Вот. Я даю. Я дам вам парабеллум, и нас будет трое. И дело не только в желании свести. Они говорили о детонаторах. Осведомители у них были всегда хорошие. Мохнатый песик. Так пропустить. О, видите, паразиты какие. Как они быстренько скачут, скачут и это, того. А пропустить это можно? Нет, нельзя. А почему нельзя, непонятно. О, может теперь можно? Может теперь может можно пропустить? Нет. Нельзя. А сейчас? А сейчас? А сейчас ушки? Это что? Следы. Лошадь. Для этого даже не надо быть индейцем. Понять это следы. Доверие, так, чего? Когда лошадь будет неподвижна, тогда выполнит этот прием. Ctrl-L, и пробел. Ваша с ним вражда. Когда лошадь будет неподвижна. Так и будет. Ничего, они долго еще будут скакать. А куда они скачут? Скачут. Это деревенька, а они туда уже. А мы хотели сбежать из деревенки. И не фигулечки. Убили нас. Убили. Генерал-майор Мороз. И надеюсь, вот как все закончится. Так все и произойдет, босс. Видишь, Дэн, давай съешь здесь. Они сказали, что лагерь рядом. Рядом, лагерь. Та-ра-та-та. О, хеликоптер. Квадрокоптер летает. Машет крыльями. Квадрокоптерными. Ничего. Что ж, господа, момент настал. Рубикон, понимаешь? Перейдем. Так, отправимся в разведку. Так, встаните на АО. Останетесь здесь. Можно мне уже воспользоваться конем? Этот. Штучка Б или... Или кого-то. О! Хорошо, конечно, вот эту штучку. О! Или это. Или вот эту. Использовать. Так.
можно использовать. Изменить увеличение. Убрать. Убрать. Убрать, убрать. Так. Так, четыре штука. Б. Так. Сюда как-нибудь ружье бы еще взять. Сам сиди сдачи. Ружье-то надо взять, а как ее брать? Неизвестно. Приблизить, отдалить, страница, глава закрыта. Дневник. О, Господи. Это журнал, наверное. Журнал? Да, это жизнь. Так, М. М. Добавить метку. Так. Господи, да где же это? Увеличение компас. Отключить мини-карта. Отсказы. Обычно. Так. Ты. Если я еще раз лошадь ударю, она опять помрет. Так, прогресс, игру, сюжет, сеть. Прогресс, помощь, помощь, будь преступление, лошадь, уход за лошадью, дурь какая-то, как? О, на уровне доверия, 2, удерживайте левый контур и нажмите пробел, чтобы поднять лошадь на дыбы. Зачем на дыбы? Если вы хотите
положить седло на лошадь, привязывание лошади, свист аж. Снимите свое седло. Господи. Если вы хотите положить седло, держите так и перейдите в меню предметов для лошади, чтобы выбрать и задать кон или, конечно, хоть объездка лошади. Вот. Оружие. Удерживайте так, чтобы вызвать селектор оружия с помощью кнопки. Выберите то, которое хотите. Оружие ближнего боя, оружейник, лассо, револьвер, меткий глаз, боеприпасы, пистолеты. Боеприпасы могу купить у оружейника. Активировав меткий глаз. Зажимаем, значит. Так. Ни хрена не зажимается. Ладно, пойдем. Без всего. Пусть нас убьют. Пусть нам будет хуже. Ага. Это туда нужно лететь. С биноклем. Туда с биноклем, наверное, надо лететь было. Во. А он сам догадался. Бинокль взять. Нам не давали взять бинокль. И ружье не давали взять. Сейчас спустятся, и тогда можно будет взять ружье, наверное. Есть там как грязи. Раз, два, три, четыре, пять. И шестой, наверное, еще на лошади. Шесть конкретных пацанов. Конкретных. С кем он говорит? Вид у него не очень-то. Нет. Бум-бум. Ой. Они уходят. Похоже, да. Нет, он подождет. Пусть лучше часть из них уедет отсюда. А потом, да, и ограбить его будет уже, если он никогда. Ладно, пойдем навестим наших старых друзей. Вот так у нас относится к партнерам по бизнесу. Не забудь взять с собой винтовку. Оружие на добавленном в комплект вооружении перед спешиванием останется на лошади. Да-да-да. Оружие на лошади. Так. Оружие. И не понял. Седло. Уход за оружием. Оружие на лошадь. Лошадь, груз. Оружие. Так. Тычку. Нету здесь винтовки. Черт возьми. Оружие, предмет. Предмет. Оружие. Ну где здесь винтовка? Нет здесь винтовки. Какая зараза все-таки, а? Вот же она висит и не взять. Лошадь, груз. Оружие лошади. Донесись. Донесись.
отнесись к ним. Держи кап, чтобы посмотреть оставленное оружие. Так, ну чего? Какое оно у нас оставленное, если оно... Оружие на лошадь. Ну что? Подойдите к лошади и удерживайте так, чтобы посмотреть оставленное оружие. Может, не та лошадь? Нет. Она белая больше нравится. Нет? Ой, господи. Удерживайте так. Может, нам нужно... Нет, нам не дадут ничего сделать. Сволочи. Оружие на лошади. Выберите крупноразмерное и используйте ее, чтобы выбрать магазинный карабин. Выберите крупноразмерное. Какие здесь крупноразмерные? Личное оружие. Дробовик обрез. Здесь нет вообще никакой винтовки. Краки. Сволочь. Пойду-ка он их убью. Неужели нельзя нормальную игрушку сделать, что без... без идиотизма? Без багов, без всяких шмагов. Скажут опять, что испортилась погода, вернитесь в лагерь. Или убьют эти бандиты нас. Так.
Вот. Права. Выбросил банку. Перезапустить задание. Контрольная точка. Отменить задание. Обречены. Поговорить. Не все так плохо. Начало и школа. Всего несколько. У нас несколько. 10-12. Когда я служил, я не хочу. Что там было у вас на фронте? Однажды нас носило целых килы. Выжили. Когда мы убегали, мне не удалось. Лучше направят на охоту, наверное. Но всегда, если будет совсем, я послал Ленина с Биллом. А Ленин и Билл. Если только эти горы не стоит, ну хватит, мы пойдем, пошли, Артур. Погодите, вот, нужно быть чем-то соленые потроха. Уж лучше голодать. Ты не можешь охотиться, я не могу сидеть здесь, есть в этих холмах, а ты ее... Тебе надо отдохнуть. То это. Идем. Может, хотя бы лук с бесконечным количеством стрел. Следуйте за Чарльзом. Соленые потроха. Звучит как ругательство. Левущих для того, чтобы сравняться по скорости с вашим спутником. Ага, еще площадка надорвалась и сдохла. Ничего, справимся. Доверие лошадь увеличилось. Здоровье повышено до уровня 4. Выносливость повышена до уровня 5. Поехали сюда. Заберемся. Да уж, лихая пара. Бегство на север. Потом это поиски Джона. На тебя много. Мне жаль. Мне жаль. Да я. Да я. Есть нам чем приза. Я так до сих пор и не понял. Я тоже. Он тоже не понял. Но, Хавьер, но ты даешь. А, я в саванна.
Видишь, тут почва. Почва везде. Давай поищем. Давай. Почву будем искать. Однако. И ветер стих. Когда совсем нет ветра, они не сойдут. А теперь цис, цис. Не шуми. Останови. Тут. Ай. Чего? А слуг все-таки возьмет. Хотя бы. Так. Здесь был. Лук-то надо взять, а нет. Оружие на лошади. Так. Ну, где этот лук? Ни хрена. Тьфу ты! Ах, вот где этот. А тут, наверное, ружье было. А, ну это не только. Не только. 22 стрелы. Вот зараза, а? Кто мог догадаться, что седло — это ружье. Тут какая. А. Вроде вижу, или нет. Сосредоточься, чтобы активировать орлиный глаз. Капс. А что такое капс? Капслок. Ага. Фокусируется на следах. Ку. Листать, если ж неизвестное животное. Включите орлиный глаз. Ку. Ку. А какие сложности? Сложный код. О, господи. Тяните чуть-чуть, когда будет через это, то того. А, во. Ничего. Какой-то сделать.
чтобы это делать. И так здесь и оставим. Ничего. Какие планы? Это частичка ночи, пора заканчивать. Реально? Реально я говорю? Давай.